Масленичные гуляния стали традиционными и в оздоровительно-образовательном центре «Дельфин». На территории комплекса был организован праздник для учащихся младших классов школы номер 7, чьи уроки физкультуры, плавания и аэробика проходят в Видновском бассейне. С веселыми танцами и подвижными играми ребята провожали зиму и радовались встрече долгожданной весны. В атмосферу праздника окунулась наша съемочная группа. Сотрудники «Дельфина», организовывая праздник для детей, постарались сделать все, чтобы порадовать ребят и, конечно же, порадоваться самим. Придуманное ими представление – знакомство школьников с традициями России, с обычаями русского народа. Ведь испокон веку Масленица была любимым праздником на Руси. Конец зимы наступает, встречаем весну. Самый последний день там могут прыгать через костер. Песни, сжигаем масленицу, едим блины. Начало весны, любви, радости. Образ зимы, вопреки обычаям, не был лютым и злым, что очень даже соответствует характеру нынешней зимы, которая готова была уступить место преемнице весне уже в середине февраля. Игры тоже были не совсем зимние. Вместо снежков – воздушные шары, вместо санок – бег в обручах. Далее в свои права вступила весна, щедрая на улыбки, тепло и солнышко. Татьяна Васина, сыгравшая весну, считает, что этот образ очень ей подходит. Такая же веселая и задорная. Я считаю, удалось. Дети счастливы, довольны. Сожжение масленицы – самый яркий момент праздника, но ничуть не грустный. Желая избавиться от различного рода негатива, эту масленицу увесили надписями «Грусть», «Тоска», «Вялость», «Зря прожитый день». Мы хотим показать, что все, наступает весна, и все вот эти качества, которые присущи зимой, все, чтобы это исчезло. Нажмем все это исчезнет, и будет все великолепно. И как же без блинов? Кто на угощение поскупится, за год разорится, гласит народная мудрость. Сотрудники «Дельфина» напекли их столько, хватило всем. Праздник поднял настроение всем. У каждого осталась масса впечатлений. Тут весело, дружат все, интересно, много угощений. Мне больше понравилось тянуть канат. Мне понравилось то, как зима ушла, а весна пришла. Весна, конечно, тоже особо капризная и может преподнести самые неожиданные сюрпризы в погоде. Но все же тепло весеннего солнышка уже поселилось в наших сердцах, даря положительные эмоции и радость от пробуждения природы от зимнего сна. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.